воскресенье. Хочешь, не хочешь, но мне приходится пересматривать свои взгляды на немецкий народ 1939-1945. Кстати, вы знаете, что можно было Берлин не брать? Токио же мы не брали. Япония сдалась без бомбежки Токио. Можно было Берлин не брать, россияне. Вы могли бы не тратить свои жизни и не мародерить Берлине. Вы могли просто дойти до границ 1939 года, и Америка бы закончила все с Гитлером. Так вот. Вот вы говорите, а что мы можем? Получается, немецкое... Вот, кто там, население Германии тоже ничего не могло сделать с Гитлером. Представляете, как все оказывается просто. Вы говорите, а что мы можем? Ну, мы же не можем, а что мы можем? Так сказать, ну, вот Путин сидит и делает то, что он делает. А получается, и Гитлер тоже сидел, делал то, что он делал. И немецкий народ, оказывается, был как бы нормальным народом. Не было стыдно быть немцем. Не было стыдно, это просто был плохой Гитлер, один человек, а все остальные нормальные люди, они были против войны. Россияне, вы знаете, что получается, наши деды пошли в Берлин убивать людей, которые были против войны?